прохладным осенним воскресным днем в парке Революции прошел благотворительный концерт «Мы вместе». Вместе теплее, поэтому перед главной сценой парка Октябрьской революции собиралось все больше и больше жителей нашего города. Донской государственный технический университет и благотворительный фонд «Дарина» в День доброты совместно организовали благотворительную акцию с большой концертной программой. Мы очень безумно благодарны, когда вот, как сегодня, устраивает кто-то, наши друзья, партнеры фонда. Это просто инициатива вот, творческого центра ДГТУ и волонтерского движения «Горящие сердца». Они сами предложили, мы с таким восторгом, благодарностью принимаем всегда. Потому что ребята сами организовали замечательное мероприятие, и все средства собранные пойдут на помощь деткам. Это очень важно, потому что помощь нам нужна всегда. На сцене выступали творческие коллективы ДГТУ, представители всех творческих направлений в университете. Ребята волонтерского центра «Горящие сердца ДГТУ» развлекали детей, играли с ними, опекали на каждом шагу. Сюда я пришла по одной простой причине, что мы дарим радость деткам. Мы дарим жизнь деткам, и мы должны всегда об этом помнить. Согревает нас невероятно веселая атмосфера, танцы. И хотя у нас такая плохая погода за окном, мы должны дарить тепло своим сердцам. Благотворительный фонд «Дарина» в День доброты собирал деньги на лечение онкозаболеваний у детей. Детки, которые уже вылечились и встали на ноги, вместе с родителями создавали вот такие подделки. Каждый, кто не пожалел денег, пожертвовал средства на лечение детей, получал в благодарность милые игрушки, сделанные теплыми детскими руками. Мы сегодня пришли, потому что мы буквально 20 октября закончили лечение онко, лечение ребенку, поэтому мы следим за фондом «Дарина» и за рекламой любой. То есть и приходим всегда помогать деткам, потому что только сами закончили, понимаем все, насколько это необходимо. Проходили мимо, тут так весело, хорошо, поэтому решили помочь все равно деткам хоть чем-то. Чтобы детки не болели, скажи, Маша. Чтобы детки не болели. Очень хорошо, когда есть возможность так вот все вместе собраться и действительно помочь. Праздник «Мы вместе» в День доброты удался. Улыбки, танцы, песни, добрые дела, которые исходили от горящих сердец жителей города, согрели всех в этот холодный осенний день. Екатерина Коломиц, Никита Кордов, ДГТУ ТВ.